Стальной хват России. Привет большой, огромный. Вот сегодня в такой солнечный день снимаем, как я запрещаю вообще снимать, когда мы ломаем. Но мы сейчас не ломаем, а будем проводить калибровку. Многие ребята, кто в активном бендинге находится, кто не только смотрит, но и гнет, рад сообщить, что вот оператор, кто снимает, это человек, который помог привезти, достать нержавейку. Значит, смотрите, вот наведем мы сейчас два кругляка и два шестигранника. Быстро все показываю. Вот кругличок. Кругличок IC-201 марка. Это импортная нержавейка диаметром 8. IC-201. Показываем. Значит, прутки будут резаться, ну, как обычно. То есть, кому какие нужны будут размеры, все это будет нарезаться. Теперь смотрите, я уже зарядил это дело в калибратор, поставил серединку, вот это IC-201. Посмотрим на первом материале, что это за восьмерка такая импортная. И далее мы будем кругляк IC-304, следующую марку попробуем, диаметр 8. Это два кругляка и два шестигранника. Вы видите, все блестит. IC-304 шестигранник. То есть, видите, они рядом стоят. Есть у нас кругляк теперь 304 и шестигранник 304. Понятно, будет сложнее. Посмотрим, насколько сложнее. И вот вроде бы как бы вот этот самый считается серьезный. IC-321. Значит, будет 4 эпизода съемок. 4 эпизода съемок. Два кругляка и два шестигранника на 180. Дальнейшие калибровки только по спецзаказу. То есть, ребята, оплачиваете, понимаете, это все стоит денег. Кому-то хочется узнать, сколько он на 150. Заказывайте, я вам сниму фильм, калибровка на 150. Это, грубо говоря, это от Стального хвата России, калибровка за мой счет. Так скажем, да? Ну, а вы уже сами будете решать. Видите, все блестит. Ничего не ржаво, но нержавейка, потому что. Поехали мы калибровать. Ребят, все вы знаете. Знаете, как я делаю. Миллион уже фильмов снят. Серединка отмечена. Все, включаем аппарат. Поехали натягивать. Смотрите за первоначальным кинком. Все, натяжка пошла. 122, 150. Ну вот просел, но попозже, грубо говоря, позже значительно любых инструментальных сталей. 230, 240, 250, 270, 290, ребят, 300. Вот такая восьмерка, ребят, я честно скажу. Честно, 302 килограмма, ну не знаю, 30 вот градусов. Впервые я вижу восьмерку, которая выключила калибратор. Но я когда кусал даже, у меня подозрения были, она как стекло куснулась. Значит, я снимаю, видите, металл усаживается, еще один раз натяжку дам за пределы. Вот вам восьмерка. Первая восьмерка в истории СХР, которая наводим 313 килограмм, показывает 313 килограмм, это диаметр 8, ребята, то есть я не показываю вам, но сейчас я возьму еще покажу, снимаю, смотрите за отдачей. Я больше натягивать не буду, потому что это неправильно. Несколько раз, то есть калибровка, вот она, 313 килограмм. Да уж, можно так сказать. Это я сразу охарактеризую такими словами. Так. Снимаем. Не знаю, может быть аппарат сломался. Значит, наводим, пока держим сюда. Я сейчас размеры покажу. Держим. Сейчас я отойду. Вот, ребят, 313 килограмм. Ровно 30 градусов. Сейчас возьму штангель.
самом деле. Вот на меня наводим. Значит, вот. Включаем. Вот она, 201-я. IC-201. 7,8. Нули. 180 миллиметров. И еще сейчас быстро я наводим фасы вчерашние. Сейчас я попробую. Неужели такая жуть? Ребят, ну, в общем-то, вы все видели. Сейчас я, значит, все, что я ломал до этого, вам видео показывал. Сталь 10-9, шестигранники на 184-й гвоздь. Это ничто по сравнению с этой восьмеркой. Посмотрим, что Кинг дал. Ну, сдвинул. Ну вот как-то так. Все, наводим на меня. Ну все, ребят, счастливого. Вот калибровку вы первую видели. Пока.